За 9 столетий до того, как на землю пришел Иисус Христос, Спаситель мира, весь Израиль отвратился от истинного Бога и стал приносить жертвы Ваалу. Следовал народ израильский за своим царем-нечестивцем Ахавом, который был ярым поклонником этого языческого культа. При дворе царя жил его домоправитель Авдий. Он, в отличие от всех иудеев, сохранил свою веру и неизменно служил Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но тут нечестивцам восхотелось утвердить Ваала среди абсолютно всех подданных израильского царя. И жена Ахава, беспутница Иезавель, стала истреблять всех пророков Господних. А Авди, не боясь гнева Господ, тайно давал гонимым пророкам приют и пищу. Наследник Ахава, царь Ахози, захотел уничтожить знаменитого и великого пророка Господнего Илию. Аж 3 воинских отряда отправил он, чтобы схватить его. Один отряд пришлось возглавить святому Авдию. Но когда пришли отряды к Илие, по молитве святого пророка 2 из них накрыл и пожрал огонь небесный. Отряд же, возглавляемый Авдием, Илия пощадил. И Авдий решился наконец-то оставить воинскую службу и последовал за великим пророком. А со временем Бог удостоил святого даром пророчества. Авдий предсказал новозаветную церковь, которая описана им в его книге пророчеств, боговдохновенном творении, которое заняло 4 место в ряду книг малых пророков. Второе декабря. День памяти святого пророка Авдия.